Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованные в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Доминика Венециана. Флорентийская школа. Портрет молодой девушки из рода Барди. Коль скоро хотите составить себе понятие о том, каков был идеал красоты у флорентийцев 15-го столетия, если вам интересно познакомиться с особой прекрасного пола, которая в времена Лаврентия Великолепного слыла во Флоренции записной красавицей, загляните в слишком малоизвестную галерею Польди Пиццоли в Милане. В этой частной галерее, завещанной несколько десятков лет тому назад названному городу одним из его граждан среди небольшого числа картин флорентийской школы, вы найдете профильный портрет молодой девушки из дома Барди. Как гласит о том надпись на задней стороне этой картины, очаровательное изображение типичной флорентийки середины 15-го столетия. Одно из превосходнейших произведений итальянской живописи вообще. Это прелестная белокурая головка с тупым носиком, с маленьким лукавым ртом, умными голубыми глазами и красиво зачесанным и перевитым жемчугом волосами пепельного цвета. Так ярко и колоритно выделяется из светло-голубого фона, так залита светом, так искусство моделировано в светлых тонах, что современные нам художники могли бы многому научиться по этому произведению, исполненному в начальную пору портретной живописи. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах». Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания.